Всем здравствуйте! Чем ближе к майским праздникам, тем теплее и веселее. Поэтому этот выпуск Краснодарской школы покупок станет таким закреплением всего, что мы с вами видели, пробовали или только собираемся. Оставайтесь с нами. Весной все активно готовятся к лету, особенно женщины. Поэтому визиты в салон красоты становятся все чаще, благо предложений сейчас море. Каждой женщине необходим особый уход. И визит в любимый салон красоты не должен ограничиваться общением с профессиональными стилистами. Косметология – вот что поможет всегда выглядеть превосходно. В уже знакомом вам краснодарском салоне красоты появились новые аппараты, которые позволят сохранить молодость как можно дольше. Один из них – уникальный итальянский лазер. Опыт, знания и мастерство косметолога в сочетании с таким бьюти-оружием позволяют осуществить подтяжку кожи, лица и тела, удалить морщины, избавиться от акне, удалить темные круги под глазами, сосудистые звездочки, пигментацию и нежелательные волосы. Главное достоинство этого лазера – он не требует реабилитационного периода. Еще одна новинка – серия косметологических аппаратов, появление которой в городе – это революция в эстетической медицине. В ходе одной процедуры можно решить целый спектр проблем – лечение целлюлита, уменьшение объема жировой ткани, моделирование фигуры и уменьшение площади растянутой дырявой кожи. После этих процедур в любом из двух салонов вы можете дополнить образ, пообщавшись с известными имиджмейкерами, стилистами, массажистами, мастерами маникюра и педикюра. В общем, побаловать себя по полной программе. Салоны красоты «Розовая пантера» на улице Бабушкина и Восточно-Круглуковская – это не только уникальный выбор косметологических и эстетических услуг с применением ультрасовременного оборудования, но и учебный центр с лучшими преподавателями. Мы обучаем косметологии, маникюру, педикюру и парикмахерскому искусству. О роскошной кухне мечтает каждая хозяйка, но часто мечты разбиваются о невероятные цены производителей кухонной мебели. Мы нашли салон, в котором прекрасно сочетаются и цена, и качество. Если вы хотите, чтобы на вашей кухне царила особая домашняя атмосфера, вам непременно нужно отправиться сюда, в известную краснодарскую студию мебели. Здесь представлены кухни от лучших производителей – народные кухни Германии, Кюхенберг, кухни Julian Overs и Euronewform. Вы оцените традиционное немецкое качество по доступным ценам. Такие кухни удовлетворят потребности самого взыскательного покупателя, используя инновационный дизайн, экологичность применяемых материалов и великолепные функциональные возможности. Кухня в викторианском стиле. Красота, грация, проработанность деталей идеально сочетаются с привлекательной ценой. Этот салон следует самым модным тенденциям в дизайне кухонных гарнитуров. Здесь вы увидите модели из массива дерева и экзотических пород натурального шпона. Уникальные неповторимые элементы и декоры, интересное сочетание цветов и патины можно увидеть только в нашем салоне. Опытные дизайнеры помогут вам подобрать не только мебель, но и встраиваемую технику, которая органично впишется в выбранный кухонный гарнитур. Кухни нашего салона создадут атмосферу уюта, комфорта и украсят ваш интерьер. Студия мебели «Андора» предлагает качественные и красивые кухни от лучших производителей по доступным ценам. Разнообразие стилей и широкая цветовая гамма не оставят вам никаких сомнений в правильности выбора. При покупке кухни – столешница в подарок. На что нужно обращать внимание, когда вы отправляетесь присматривать себе кухню? На этот и другие вопросы нам ответит опытный специалист. Несмотря на большой выбор моделей и цветов кухонь в Краснодаре, вы должны обратить внимание на качество материалов и экологичность. Ведь на кухне мы проводим большую часть своего времени, и вы должны быть уверены в том, что приобрели не только красивую мебель, но и безопасную для вас и ваших детей. Судить о том, что вы сделали правильный выбор в этом салоне, можно потому, насколько грамотно и дружелюбно с вами общается менеджер или дизайнер этого салона. Приятно видеть, что в Краснодаре, да и вообще на Кубани все активнее ведется пропаганда спорта и здорового образа жизни. И мы хотим вам представить одно из направлений, которое становится на юге все более популярным. Бильярдные столы можно условно разделить по двум направлениям. Первое из них – игра, для которой он предназначен. В России наиболее популярны русский бильярд, пирамида и американский пул. Второй классификацией является соотношение цена-качество, а также то, для каких игроков предназначен стол. Поэтому бильярдные столы делятся на любительские, профессиональные, коммерческие и элитные. Итак, сначала определитесь, кто вы и на каком уровне ваше мастерство. Затем измерьте длину и ширину помещения, где планируете установить стол. Определитесь также с бюджетом покупки. И не забывайте, что к столу необходимо будет приобрести комплект шаров, два кия, треугольник,
прямоугольник, киевницу и полочку, а также светильник. Выбрав качественный бильярдный стол, важно также правильно рассчитать его размер, чтобы он вписывался в то помещение, для которого предназначен. Существуют специальные таблицы для расчета размера бильярдных столов. Некоторые столы могут поставляться на дом как в собранном, так и в разобранном виде. Убедитесь, что он в любом случае пройдет в дверной проем. Чем выгодно приобретать мягкую мебель у местного производителя? Ну, во-первых, вас порадуют доступные цены. А во-вторых, будет возможность повлиять на дизайн, размер и даже форму дивана. Сегодня мы хотим познакомить вас с Краснодарской мебельной фабрикой, которая производит мебель для дома и офиса. И делает это уже давно и успешно. В выставочном зале фабрики постоянно находится более 100 моделей мягкой мебели. Поэтому проблем с выбором у вас точно не будет. Говорят, что побывав здесь однажды, люди приходят снова и снова и рекомендуют компанию своим близким. Высокое качество, разнообразие моделей, любой формы, расцветки с разным функциональным наполнением говорят сами за себя. Чтобы оценить полет фантазии дизайнера фабрики, стоит обратить внимание на эту необычную модель Сальвадор Дали. Кстати, на одной из выставок она стала лауреатом в номинации «Стиль, отель, дом, офис». При сборке каждого дивана используют только деревянные каркасы и экологически чистые материалы. К тому же ассортимент моделей пополняется ежемесячно. А вы можете выбрать ткань, обивки, размер и дизайн изделия на свой вкус. Компания добилась того, что удерживает достойные цены на свою мебель. Именно поэтому она так популярна у краснодарских потребителей уже около 20 лет. Добавим, что фабрика уже 7-й год подряд занимает первые места на различных мебельных выставках. А собственное производство быстро и в срок позволяет выполнять заказы любой сложности. Мебельная фабрика «Айва» на улице Вишняковой 2 предлагает большой выбор мягкой мебели по доступным ценам. Диваны, кресла, детская, домашняя и офисная мебель в короткие сроки. Выбор размера, дизайна и расцветки по вашему желанию. Говорят, если в год змеи подержать в руках какую-нибудь рептилию, это к удаче. Поэтому мы приглашаем всех, кто верит в приметы или просто любит живую природу, отправиться вместе с нами в увлекательную экскурсию. Экзотические рептилии привлекают многих, но не у всех есть возможность держать их у себя дома. А вот понаблюдать за жизнью и повадками можно в краснодарском экзотариуме. Здесь на двух этажах размещено более 50 видов рептилий, амфибий и тропических насекомых. Среди них хамелеоны, игуаны, черепахи, крокодилы, змеи и вараны, а также пауки, скорпионы и тропические бабочки. Здесь вы можете не только понаблюдать за экзотичными обитателями, но и потрогать их и даже сфотографироваться. Здесь вы почувствуете себя настоящими натуралистами, перед которыми открывается уголок бесконечно разнообразного животного мира нашей планеты. Вы не только узнаете многое об экзотических животных, но и сможете убедиться, что одни из них добродушны, несмотря на свой грозный вид, другие хитрые и проворны, хотя и стараются казаться ленивыми и неповоротливыми. В соседних террариумах расположились воплощения вечности – шпароносная черепаха и символ этого года – черная водяная змея, мангровая бойга. Обо всем об этом вы узнаете из увлекательного рассказа экскурсовода. В экзотариуме по заявке школ проводят открытые уроки биологии, а также проходят различные шоу программы «Кормление животных» и «Танец со змеей». Расписание шоу-программ вы найдете на сайте экзотариума. Краснодарский экзотариум в ТРК «Галактика» приглашает в гости всех любителей экзотики. Здесь вас ждут увлекательные экскурсии в мир дикой природы, более 50 видов рептилий, амфибий, тропических насекомых, шоу «Танец со змеей». Подробности на сайте экзотариума. Если вы покупаете что-то для своего ребенка, то нужно узнать о товаре все и даже больше. Поэтому прямо сейчас немного полезной информации о детских автокреслах. Если вы к своим годам успели обзавестись не только комфортабельным автомобилем, но и с семьей, да еще и с детьми, то, согласно законодательству Российской Федерации, перевозка детей до 12 лет осуществляется в автотранспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных Конституцией транспортного средства. Итак, как вы уже поняли, наш разговор пойдет о выборе детского автокресла. Автокресло должно относиться к группе, соответствующей весу вашего ребенка, поэтому перед посещением магазина обязательно взвесьте своего малыша. Классические детские автокресла рассчитаны на вес до 36 килограммов. Для новорожденных малюток покупайте автолюльку – горизонтальное автокресло. На маркировке автокресла должен быть значок ECE-R44-03, свидетельствующий о его соответствии последнему европейскому стандарту безопасности. Наличие этого знака означает, что автокресло успешно прошло полный цикл европейских испытаний. В автокресле ребенку должно быть удобно, иначе малыш начнет капризничать и отвлекать водителя от дороги. Чем младше ребенок, тем важнее для него возможность спать во время
время поездки, поэтому желательно, чтобы кресло регулировалось по наклону. Для детей до 3 лет обязательны внутренние U-образные или пятиточечные ремни, так как только они смогут предохранить малыша от характерных повреждений брюшной полости и травмы позвоночника. В автокреслах с внутренними ремнями безопасности обратите внимание на матерчатую прокладку замка пряжки, соединяющую ремни в зоне промежности ребенка. При прямом ударе на это место придутся значительные нагрузки, и прокладка должна быть достаточно широкой и упругой, чтобы не травмировать малыша. Особенно это важно для мальчиков. Кстати, если вы часто путешествуете на своем автомобиле, вам наверняка будет интересно узнать, что штраф за отсутствие автокресла в Германии составляет 40 евро, в Италии от 71 евро, в Франции от 90 евро, в США штраф за перевозку ребенка без детского автокресла может достигать 500 долларов, ну а в нашей стране непредусмотрительным водителям приходится платить государству 500 рублей. Мне нравится, что в нашей программе мы можем рассказывать людям о действительно качественных товарах, например, о мебели. Кстати, запомните, не только в Италии, но еще в Румынии и в Беларуси делают самую лучшую в мире мебель из массива дерева. Красивой мебелью в наши дни никого не удивишь. А вот мебель безупречного качества из массива ценных пород дерева поискать придется. И мы нашли. В Краснодарском торговом центре площадью 800 квадратных метров производят эту удивительную мебель только в Беларуси. Ведь это единственная страна, в которой из поколения в поколение сохраняют и передают сложнейшие и уникальные технологии производства. А владельцы таких мебельных экспонатов покупают спальню, библиотеку, гостиную, детскую или столовую не на один десяток лет, а на века. Ибо всем известно, что дерево с годами становится только дороже. И вашим прапраправнукам достанется не просто мебель, а изысканный антиквариат. Кроме того, доказано, что мебель из массива дерева наиболее экологически безопасна. А положительная энергетика бука, дуба благотворно влияет на здоровье владельцев мебели из этих пород древесины. Мягкая мебель также может быть уникальной, если ее производством занят крупнейший в мире поставщик диванов, особенно с обивкой из натуральной кожи. Такие страны, как США, Япония, Канада и другие. Каркас из массива дерева, натуральная кожа или благородные ткани. Такое сочетание гарантирует, что вы получаете не штампованный диван, а мебель, которая и через 20 лет будет служить вам верой и правдой. Вам предлагают красивую, качественную, добротную, долговечную мебель по цене самой скромной из тех, что вы можете себе представить. Не верите? Приходите и восторгайтесь вместе с нами. Торговый центр «Мебель Белоруссии» предлагает мягкую и корпусную мебель производства Белоруссии из массива ценных пород дерева в лучших традициях классики. Когда болеют пожилые люди, никто сильно не удивляется. Но современная молодежь успевает к 30 годам заработать массу вредных привычек и хронических заболеваний. И с этим надо что-то делать. Болезнь, которая в наши дни приобрела форму эпидемии. Болезнь, с которой справиться в одиночку практически невозможно. Наркомания. От нее, по неофициальным данным в России, страдает около 10 миллионов человек. Болезнь не выбирает, богат ты или беден, одинок или семьянин. Она может поглотить каждого. Справиться с наркоманией помогут специалисты. К нормальной жизни вернулись тысячи пациентов. Методика основана на том, что человек погружается в... за счет специальных медикаментов состояние бессознательное. Он находится в этом 12-15 часов. За счет этого стирается влечение к наркотику и устраняется патологическое влечение, память о наркотике. 12-10 процедур позволяют человека сделать таким, каким он был до наркотизации. Индивидуально рассчитанный план реабилитации ожидает и людей, попавших в алкогольную зависимость. Таким пациентам также давно и успешно помогает. Нам попадают молодые девочки, мальчики, которым 20 лет, с цирозом печени. В основном это проблема смертности мужчин. Каждый второй не доживает до 60 лет. Только из-за алкоголизма. Причем для того, чтобы помочь женщине, нужно гораздо больше времени. Методики, которые касаются лечения алкоголизма, тоже авторские, тоже запатентованы. Это аверсионная терапия. Это когда человек покупает в магазине любое спиртное, открывает его, делает глоток и испытывает крайнее отвращение. Вам помогут разорвать патологический круг. Не отчаивайтесь, обращайтесь за помощью. Клиника доктора Воробьева, город Краснодар, улица 8 марта, 29, 4, телефон 260 14 96 и 236 04 27.
На сегодня, пожалуй, все. Спасибо, что нас смотрите. Увидимся снова на каналах 9, 9 орбиты и домашней или на сайте www.9tv.ru. Всем весеннего настроения. До свидания.